Защитите стратегические объекты. Ну что, поехали. 100 лет не играл, поэтому вообще без понятия, как у меня пойдет игра. Но так как у них много медиков, скорее всего, пойдет она у меня удачно. Если же они не поменяют класс. О, узнали, кажись. Записываю. Конечно, вас же тут медиков дофига. Как тут не записать? Вот как, да? Ну ладно, поехали дальше. Пока моя команда тоже, кстати, из медиков будет бегать, и надеюсь, кто-то меня дореснет, я успею со всеми поздороваться. Всем привет, с вами Батумели, и... Давайте, вас же тут много тоже медиков, давайте кто-нибудь оживите. О, давай ты... Нет, это не я. Это, к сожалению, не я, а я там, да. Нет! А знаете, о чем я подумал? Может быть, ну нафиг мне эту запись. Тут, кажись, я так лоханусь с игрой со своей, что мне будет стыдно выкладывать это на просторы... на просторы Ютуба. Ладно, давай еще раз попробуем. О, все, спасибо. Благодарю за помощь. Я надеюсь, я где-то смогу спрятаться. Не буду я за вами бежать. Я лучше побегу туда, где желтый дым. Золотой, точнее. Ну, в принципе, не суть. Тут кто-то был. Вот он. Вот он еще, второй. Да ну вас. Вот сейчас вот появилась мелодия, и у меня под эту мелодию должна пойти игра. Это отвлекающий маневр, чтобы они все прибежали ко мне. Они же прибегут, я надеюсь. Давайте. Тр-тр-тр. Я здесь. Да, что-то не прокатила моя тактика, поэтому меняем быстренько на план Б. План Б заключается в следующем. Чтобы обижать их с другой стороны, сделать вот это, потом вот это и более-менее исправить ситуацию. У меня в руках граната, поэтому все берегитесь, потому что она скоро полетит именно в ту сторону. Да, давай, резни его, давай. А ты давай резни еще того медика, чтобы я вообще всех тут поубивал. Ну, не получилось. А сейчас вашему вниманию я хочу предоставить неудачные моменты. Первый момент. Лоханулся. Нет. Не... Второй лоховской момент. Все, кажись, все. Ну все, пора исправлять ситуацию, поэтому обходим их технично спину. Не попадаем ни в одного, не попадаем во второго. Нет, все-таки попадаем. Давай-ка здесь минку поставлю. Мало ли вдруг кто-то прибежит их резать. Так, нет. Мы туда должны пойти. Вот здесь кто-то будет. О, я его заметил. Мы уничтожили. Ура. А я так смотрю, классы-то они особо и не меняют, поэтому можно быть немного понаглее. Я не знаю, правда, что мне из этого получится. Не, я-то знаю, что мне из этого получится. Я же, блин, уже озвучиваю ту запись, которую записал. Я что, это вслух сказал, что ли? Ну ладно, ничего, проехали. Типа никто это не слышал, и все смотрим, что будет как дальше. Да. Давайте я сейчас на вас сделаю неплохую серию. Так, давай. Он же валяется, кто-то должен его резнуть. О, давай ты. Нет. Давай-ка еще один раз попробуй. Давай. О, красава, просто молодец. А, блин, бомба. Бомба на единичке. Нужно быстренько успеть. Так, здесь никого. Но я, кажется, догадываюсь, где он может быть. А, скорее всего, он именно у меня на виду скоро будет. Все. Не, ну неплохо вроде бы пошло. Против медиков, инженеров. Ну, а я уже, скорее всего, буду со всеми прощаться. С вами был Батумели. Надеюсь, надолго пропадать я не буду. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока.